Друзья, огромный привет с берегов Березины. Вот очередная рыбалочка у меня на фидер. Вот ловлю в Бобруйске, в районе Титовского моста. Вот, ну что сказать, по клюву не особо клюет. Душно, душно, жарко. Днем солнце такое, вот кажется, такая вот и как бы и тучки, но очень, очень тяжелая погода, так вот парит. Стоишь и просто вот истекаешь потом. Вот. Ну, буду немногословен. Это, ну, сниму, может, поклевочки какие-нибудь уже вечереет. Что-нибудь покажу. Попадается небольшая этот клепец, белоглазка. Ну, и особо ничего. Такого крупного, чтобы показать. Все, друзья, будем снимать что-нибудь. Друзья, вот небольшие поклевочки. Вот тыкнет, тыкнет и все, и бросает. Хотел поставить маленький крючок совсем, но есть вероятность на какого-нибудь голавлика или язика. И я не рискую. Вот. Попадается мелочевка, но вот три опарыша и многовато. Ну ладно. Ничего страшного, подождем более хорошую рыбку. Не могу подловить, вот постоянно так вот клюнет, дернет, дернет и все. Ну, мелкие, мелкие рыбки. Сложно подсечь. Глубина тоже небольшая, метра полтора, к берегу ближе, тут два с половиной. А я немножко ловлю на обровке. Получается, бросаю за глубину. Вот. Вот, тыкает, тыкает. Что-то, наверное, маленькое будет. Зацеп. Зацеп. Крючочек минус. Друзья, вот поставил крючок 14 номер. Уже как бы не сдержался, потому что не подсечь. Два опарыша. Вот. Что-то тыкнет, тыкнет. Душно. Вот погода такая душная, я не знаю. Вот просто сидишь и потеешь. Вот. Давление высоковато точно будет. Спасибо там, кто писал, удачи мне желал под небольшим роликом. А кто-то даже написал, что нельзя желать удачи. Да это ерунда, я вон выходил уже с подъезда. Мне уже пенсионерка пожелала удачи, сказала: Саша, удачи тебе на рыбалке. Так что, пацаны, ваша удача, нормально все. Ну что, я подсеку или не подсеку? Вообще непонятный клюв. Совсем мелочь какая-то. То прострельнет, там две рыбки поймаешь, там полчаса сидишь. Вообще слабо берет. И мимо. И мимо. Вот так вот. Попробуй обмани местную рыбу.
вы это видите? Это уклейка, блин. Короче, подошла уклея. Друзья, такая вот густерочка небольшая. Такие поклевочки. Все. Это обмануло. Так, что-то поклевывает. Да, и зацепов полно. Ни черта. Вот, друзья, хочу заснять. Ух ты, поклевочку. Видите? Что и все. Вот. Тоже крючок оборвал только что. Вернулся к 12 номеру. Поставил 12 номер. Думаю, ладно. И на маленький совсем не особо ловится. Может быть, что-нибудь попадется. Будем надеяться. Вот что-то сидит. Ну вот. Сегодня, друзья, клепец. Вот это клепец. Опа. В основном сегодня он у меня ловится. Сейчас покажу поближе. Но небольшой. Вот какой. Разновидность леща такой. Он крупный растет. Да? Вот. У него рот тоже такой, как у леща, трубочкой вниз. Вот. Кто зовет клепец? Он такой, как клепанный. Плоский совсем, видите какой? Вот. Ну, хоть такая рыбка, хоть что-то. Ух ты, какая поклевка. Что-то сидит, густерочка.
Друзья, попалась густерочка. Друзья, поклевочка. И все. Тычок, тычок, и все. Друзья, скоро вторую часть моста откроют. Вторую полосу. Вот, поклевочка. Я смотрю, там уже асфальт ложат. О! Эх, мимо. Осторожно берет. Ну да, перепады. Может быть, ночью прохладно, днем жарко. Как бы вот этот момент. Рыбка не совсем адаптируется. Может быть, сейчас вот и не холодно, и, как говорится, и не жарко. Что-то ночью так порядком под утро прохладно, а днем так вообще невыносимо. Вот стоишь без майки, потом измываешься. Это все. Ну вот такие вот тычки. Тык, 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 тык. Короче, весь день. Не знаешь, что делать. Вот, друзья, очередной клепец небольшой попался. Друзья, поделюсь с вами, вот какой закат сегодня красивый. Небо такое необычное. Сейчас покажу. Вот. Смотрите, какие волны интересные. Шикарно просто. Вот. Все-таки осенний закат. Это что-то с чем-то. Смотрите, какая красота. Что, друзья, буду рыбку доставать уже, буду собираться, покажу, что я за целый день поймал. Ну, немножко, ну, поймал мелочи. Так, не совсем мало, как бы эти. Сейчас поближе покажу, друзья. Вот, друзья, такой вот лов. В основном клепцы. Да, поймал одного голавлика. Вот он. Лежит красавец. Сейчас я его достану. Вот он. Видите, какой бойкий. Вот. Ну ничего, дружки натягал, конечно. Друзья, посмотрите, какой красавец. Ух ты! Иди сюда, иди сюда. Раньше времени убегаешь. Вот это, друзья, голавлик. Рыбка такая не особо часто ловится. Но он небольшой. Вот он, сколько грамм, может быть, 200. Или около того. Вот. Я его сейчас отпущу.
потому что такие рыбки, как голавлик, язики, они, конечно, у нас очень редкие такие, особо попадаются на спиннинг в основном. Вот, пускай растет. Ну что, привет подписчикам передашь? Ну все, отлично, красавец. Пошел. Опа! Ну а мне и этого хватит. На тараночку. Во сколько. Да, одни клепцы, считают. Маленькие есть. Сейчас кошки там на улице сидит, отберу. Вот. Как бы небольшая рыбка. Видите. Но и не пусто. Так что. Вот она самая большая. О, нормально. Ну вот, закончился день рыболовный. Хочется подвести итог. Радует одно, что всю прикормку скормил. Вот 8 литров прикормки привез. Придется ехать налегке. Это класс. Вот, крупняка не дождался. День целый кормил. Что поделаешь. Ну, место такое. Место не лещевое. В основном густера, язь, плотва, эти голавлики. Вот. Мне это место нравится тем, что здесь разная рыба. Но в этом году я особо здесь ничего хорошего не ловил. Недалеко от города, от дома, можно сказать, приехал, порыбачил. Не понравилось, уехал, как бы особо, как бы, километр-полтора. Тут уже вот черта города. Вот. Всем спасибо, что смотрите. За лайки, что ставите. Очень приятно за поддержку. Сейчас вот буду ехать и, наверное, сразу же загружу видео. Буквально. Здесь вроде бы интернет ловит более-менее. Вот. Прямо сейчас его буду загружать. И, наверное, пока приеду домой, оно загрузится уже, я думаю. Все, друзья, ни хвоста, ни чешуи. До встречи на Березине.